Начался прием заявок от общественных некоммерческих организаций инвалидов на участие в конкурсе для предоставления субсидии. Губернатор Марина Ковтун подписала соответствующее постановление. Документы для участия в конкурсе необходимо подавать в Министерство труда и социального развития Мурманской области. Победителя будет определять специально сформированная комиссия из числа представителей региональных исполнительных органов государственной власти и областной думы. Прием заявок открытся 2 августа, завершится 14-го, и уже на следующий день, 15 августа, можно будет узнать результаты.